Во дворце спорта «Триумф» провели открытый чемпионат и первенство городского округа по кёкюсинкай карате. За призовые места поборолись 300 спортсменов из разных регионов России. Люберцы представили 120 человек. Тему продолжит наш корреспондент. 5 секунд, 5 секунд, пошел! Готовку! Раз, два, оп! Есть! Отлично! Воспитанник люберецкого клуба «Патриот» Максим Лобов занимается карате 2 года. В соревнованиях победа далась ему непросто. В спарринге встретился с хорошо подготовленным спортсменом. Сложно было, но я его держал. 3 боя было. И 3 раза выиграл. Самое главное – это не сдаваться и слушать тренера. Если спортсмен слушает тренера, то победа будет всегда. Тимофей Медведев восточными единоборствами увлекся 8 лет назад. Цель была одна – научиться за себя постоять. Я начал заниматься с 5 лет, потому что меня обижали в садике. Все пошло-поехало, и у меня начало получаться в карате. И вот до сих пор занимаюсь. Я настроен побеждать, занять 1-е место. Во время поединка по углам татами сидят судьи. Каждый из них имеет равные права в судействе. Но окончательное решение принимает рефери. Особенность нашего вида спорта в том, что у нас нету очков. Да? У нас оценивается, первое, это по технике, второе, это по ущербу, нанесенному противнику. По результатам соревнований победителям присвоили юношеские и взрослые спортивные разряды. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.